Это реально боевые методы работы с ножами, это только с инструкторами. Например, я отвечаю за того парня, если даже я чувствую, что он делает какую-то ошибку, не успевая, и на ему удар, я останавливаю, я контролирую. Поэтому с настоящим оружием мы работаем или же на медленной скорости, и на доверии, и на понятии того, чтобы мы собрались не поубивать друг друга, но в то же время проблема всех современных школ, единоборств или самообороны, те, кто работают с макетами, в жизни, когда появляется настоящий нож, и еще вот так он блестит, ты забываешь про все приемы. Поэтому нужно знать, отрабатывать удары ножом на, допустим, свиных тушах. Раньше, конечно, разведчика заставляли убивать там или свинью, или собаку, да? На тушах свиных, на специальных макетах одевалась вражеская форма вероятного противника. И в эту форму засовывались куски мяса без всяких этических норм. Создание боевого самбо происходило на так называемых куклах, гладиаторах, мясе. Это были в свое время заключенные смертники. И на них тренировалась и оттачивалась боевая система спецназа. То есть знать, как нож куда входит. Реально, боевые методы работы с ножами, это только с инструкторами. С настоящим оружием мы работаем или же на медленной скорости, и на доверии. В жизни, когда появляется настоящий нож, и еще вот так он блестит, ты забываешь про все приемы. И вот методика старой школы спецназа ГРУ, это очень жесткая методика мяса. Удары наносились ножом. В основном это колющие удары. Удары, которые наносятся сверху вниз. Удары, которые наносятся колющие, как правило, вниз делается живота. Это только специальные методы психологической подготовки. Специальные методы подготовки спецназа, они не для всех. Поэтому нужно знать, отрабатывать удары ножом на, допустим, свиных тушах. Раньше, конечно, разведчика заставляли убивать там или свинью, или собаку, да? То есть знать, как нож куда входит. Поубивать друг друга, но в то же время проблема всех современных школ единоборств или самообороны, те, кто работают с макетами, например, я отвечаю за того парня, если даже я чувствую, что он делает какую-то ошибку, не успевая, и на ему удар, я останавливаю, я контролирую. Можно, то есть мы... намотать, можно использовать метла, можно... Начинаем. Бой! Был укол как бы в область сердца, то есть победить. Ноги на ногах работаем. Раз, телефон. Дергай его. Два парня. По-любому так надо. Дергай. Три парня. Погода. Все. Намотать. Давайте так, каждый из вас сейчас вот попробует. Вот я специально взял два боевых ножа. Очень быстро. То есть раз и два. То есть, по сути дела, посмотреть движение, как ты спрашиваешь. На самом банк. Руки – это охрана. И мне нужно вначале убрать охрану и взять банк. И затем дальше, если я его не хочу убивать, вот здесь всполосну по кресту лицо, чтобы со лба кровь пошла, глаза заливала, да? Он не умрет. Он просто будет в шоке. Вот здесь вот так вот движение. То есть, чтобы покрепче держать. Вот эта рука и как раз вот здесь с внутренней стороны в районе запястья. А вот здесь рубящие удары пальцами. Быстро. Смотри, в одном движении. И опять же. Раз, два, вошел. Какие-то реально боевые методы работы с ножами, это только с инструкторами. Например, я отвечаю за того парня, если даже я чувствую, что он делает какую-то ошибку, не успевая, и на ему удар, я останавливаю. Просто весь спальник. Оп, еще был два. Все. Бой! Давай, ломай. Серега, лицо. Давай. Она в лиге. Как я убил? Нормально, контролируем. Да, не. Да, не. Тогда да или не. Пацаны, внимательно смотрите прям. Давай сжимаем их чуть ближе. Да? О, да, обоюдка. Обоюдка, еще раз.
ошибки ваши. Вы слишком линейны. Вот мы встали к бою, да? Да. Встали, ну встали. Вот, бой. Вот! Движение! Движение вот на ногах! Держи на ногах! На ногах! Вот. Опять же! Смотрите, выше! Я показываю, в чем ваша линейна. Быстро! И сразу делать контроль и смещаться. И на ногах двигаться, и двигаться на ногах. Ноги работают, ноги работают. Я контролирую. Отрабатывали очень быстро. То есть раз и два. То есть, по сути дела, посмотреть движение, как ты спрашиваешь. На самом деле, это банк. А вот это охрана. И мне нужно вначале убрать охрану. И взять банк. Затем дальше, если я его не хочу убивать, я ему просто вот так вот здесь всполосну по кресту лицо, чтобы со лба кровь пошла, глаза заливала, да? Он не умрет, он просто будет в шоке. Вот здесь вот так спарим. Не вот такие амплитуды, а вот движение. То есть взяли настоящие ножи и на макетах попробовали, отработали, да? От себя к себе, от себя к себе. Очень быстро. Давай. Блять, держи жестче, ебал. Перчатка здесь, блядь. Новый купер. Так, и меняемся. Жестче. И давай так, теперь, чтобы не наметить. Два. Раз, два. То есть вот движение. Три основных принципа. Скорость и точность, простота. А если ему такое будет? Еще раз, нужна точность. Вот сюда. Теперь от локтя. Видишь, движения выверенные. У тебя они сейчас были мазаны. И в дальнейшем начинаешь скорость набирать. Вот. Важна точность. Важно. И простота. То есть движение. Мы вначале чуть-чуть помедленнее вот эти движения освоим, потом практически в одно. Ловил? Боя! Был. Боя! Раз. Не лупаем, закрутим. Два. Все. Гол был. Боя. Достаточно надо. Обоюдка, по-моему, не было. Обоюдка. Не уходи никогда по линии. А если ты уходишь, нож, вы теряете контроль. Всегда уходи. Всегда уходи. В боксе это сайдстеп. Уход в сторону. Не смещайтесь по линии. Ты можешь дистанцию не отследить. Идея понятная? Боя. Обоюдка. Боя! Обоюдка. Выйди, защищайся. Первый ударил. Ну, надо просто ударить. Опа. Какой тактический ножевой бой. Вы вышли, когда на улицу, это агрессивная среда, она несет опасность. И если ты видишь, что на тебя идет какой-то объект, на тебя едет машина, всегда держишь контроль. Но в жизни всегда просто, вот как вот люди вот так вот идут, проходят как бы мимо. Просто вы проходящие. И неожиданно к бою ваша задача достать оружие, нож, пистолет и нанести. Поехали, ходим. Быстрее, скорость ускоряется. Быстрее идем, еще быстрее. Еще быстрее. Бой! Заново. Бой, значит, сразу бой идет, не надо куда-то убегать. То есть ты, у тебя команда его атаковать, понятно? Никаких промежуточных стоек, сразу. Есть. Поехали, ходим. Быстрее. Он сразу на друг друга. Бою! Хорошо, круг, а теперь чуть-чуть уже, чуть-чуть. А? Так же, смотрите, по кругу, где-то через центр. И по команде к бою нужно двоих зарезать. Быстрее. Не по кругу. Мы идем по кресту. А крест это значит прошел, развернулся, прошел. Всегда пошли. Пошли по кресту. Идем, быстрее идем по кресту. К бою! Давай.
А, хорошо, стоп, близко не держи, есть вероятность того. Смотрите, сюда, идем дальше. Я сейчас тебе делаю медленное движение. Ты или же делаешь шаг на меня, или же от шаг и начинаешь спарывать. И значит, да? Второй, да? А. Вот. Я тебе веду в лицо. Да. А, посмотри. Шаги. А. Смотрите, ноги. На подшаге, ты медленно вперед пошел. Назад начинает. Ой, пошел, идешь назад. На меня пошел. Шаг под шаг, шаг от шаг. Тренер, как на лапе. Вот где я держу лапу, я и на него иду, я его заставляю на ногах двигаться. Я на тебя иду. Стоп, стоп, посмотри. А, контроль центральной линии. То есть вот-вот, перед, только движение перед собой. Мне вот, смотрите, ваш вот этот сектор, вот это лицо человека, не нужно никуда, только вот здесь, в этом секторе. Вот оно, в этом секторе мы работаем. Никаких амплитуд, понятно? Так, хорошо. Давай, Лев. А, хорошо. Стоп. Не тяга, серьезно, да? Это не тяга, если кто не знает. Так, хорошо. Самые опасные удары, которые наносятся сзади. Ну, сзади в шею. Вот он, удар входит. Который входит под сердце. Второй бой. Колющие удары. Режущие удары наносятся по конечностям, являются вспомогательными ударами. Колющие являются основными и наносятся в жизненно важные органы человека. Удар наносится с проворотом в точке контакта. Тренировки по системе спецназ ножевого боя проходят на тушах. Понял, что такое нож, раз защищаться и делать защиту. Нужно понимать, что когда человек удары, вот они такие удары входят. Основные удары ножом, которые наносятся, это удары колющие снизу до линии живота, удар вверх, снизу. Рассматриваем комплексные подходы на основе тактики, техники, стратегии ножевого боя, а также специальных методов психологической подготовки. Колющий удар наносится с проворотом в точке контакта в ране на момент, когда вынимаем нож. Это и специальные психологической подготовки, это работа с ножом. Вот так, вот так, так. Вот это инстинкт убийцы. Такое состояние. Его практически ничего не можно остановить. Специальные методы подготовки спецназа